Ребят, всем еще раз привет. Все еще 9 число. Мой первый день, как я начала ходить. Как я начала ходить, 10 тысяч шагов минимум. Первый раз я прошла утром. Сейчас уже вечер, уже 10 вечера. Давай сейчас посмотрим с вами. 10:08. Я вышла к морю. Вышла, потому что поужинала и хочу раскачать. Хочу еще походить. Мне настолько понравилось, что хочу еще. Вот. Посмотрите, какую красоту мы с вами наблюдаем. Ну как тут не ходить, а? Вот пока солнышко не спрячется, буду ходить. То есть рассчитываю еще минимум на, ну, хотя бы 5000 шагов, сколько у меня получится. Сегодня в Лидле купила себе вот такие часы, которые чего только не делают. Если хотите подробности, я вам расскажу. Стоят они всего лишь 20 евро. Цена просто удивительная, поэтому не жалко будет, если что, разбить на работе. В общем, испортить, да. Поэтому измеряю, считаю шаги и в телефоне, и на часах специальных, да. Вот, так что сейчас будем с вами ходить. Кстати, лебеди все еще здесь. Смотрите, мы были с вами рано утром. Сейчас уже 10 вечера, они все еще на этом месте. Видимо, что-то им здесь очень нравится. И все еще 15 лебедей, представляете? Хотя там дальше, по-моему, тоже лебеди вон тут сразу. И еще вот чаечки, так что красота, лепота, надо идти. Идем после дождя. Первый раз я прошла, и вовремя мы пришли домой. Начался очень сильный ливень, поэтому все вовремя. Смотрите, как я сегодня хорошо походила. Солнышко было, и посмотрите, что у меня здесь творится. Красота. Так что надо как-то майку более закрытую одеть. Все, набираем обороты. Я прочитала, я же теперь умная. Я прочитала, что скорость должна, для того, чтобы помогала как-то стройнеть, хотя бы 6-7. Так что все, побежала. Так, ну что, ребят, иду. И дошла сегодня до того же места, где я была. Поэтому цель достигнута. Сейчас пойду обратно. Прошла я уже в общей сложности сейчас 3000 шагов. Слышите? Гуляю под музыку где-то там далеко. Так громко музыка. Не знаю, что-то празднуют. Может, свадьба. Так, ну что, на этом месте мы делаем с вами разворот. И иду обратно, потому что там ждут меня мой муж и дети. Все. Побежали дальше. В этом видео я не буду слишком много снимать вам море. Наверное, вам это не очень нравится. Так что все, побежали. Так что пока что я дала себе установку попробовать это делать каждый день. Эти щечки уже розовенькие. Жарко. Застегнулась, потому что комарьё нет-нет подлетает. Все, я прочитала, что нужно идти на скорости 6
или 7 это минимум для того, чтобы быстрее можно было достигнуть хоть какого-то результата. Просто ходьба тоже хорошо, но если мы хотим постройнеть, то нужно больше двигаться и быстрее. Нужно так, чтобы прям пропотеть. О, хорошо. Так что сегодня у нас вторая прогулка. Все потому, что суббота. Есть на это время. На работе я сейчас уже давно не смотрела, сколько я хожу. Но прошлым летом я ходила минимум 20 тысяч шагов только на работе. Так. Посмотрим. Может быть, сейчас начала с ходьбы. Может быть, следующее это будет бег. Посмотрим. Если не похудеем, если ничего не получится, то хотя бы был у нас такой опыт, и немножко, я думаю, здоровье тоже укрепится. Так что плохого в этом точно ничего не будет. И ходить я уже привыкла, потому что только что сказала, на работе я хожу очень много. Никто там за мной не бежит. Вот. Так что, надеюсь, все у нас получится. Конечно же, к этому ко всему нужно добавить более-менее правильное питание. Иначе результат будет, но не такой, и не так быстро. Вот. Поэтому питание, вода обязательно. И все у нас получится обязательно. Так что все, идем дальше. Сейчас посмотрим. Нам еще идти. Ну, хотя бы немножко. Потом расскажу, сколько у меня получилось. Идти немножко тяжелее, потому что после дождя земля мокрая, тяжелее. Все это поднимается. Ноги куда-то. В общем, надо было, наверное, идти там, потому что там более утрамбованная земля. Получше будет. Если есть желающие, я буду только рада. Если кто-то присоединится и тоже будет свои вот такие видеоотчеты выставлять. Так что, если не похудеем, хотя бы не наберу лишнего. Потому что потихонечку вес растет. Поэтому надо что-то с этим делать. Что мы и делаем, да? Все, ладно, ребят. Я немножко еще ускорюсь. Фух, хорошо. Класс. Уточки плавают. Так классно. Ребят, я уже вся мокрая. Уже вся спина мокрая. Так классно. Все, что наела за сегодня, я надеюсь, что все это сейчас уйдет. Стараюсь, конечно, уже питаться более-менее правильно. Сейчас камеру переключу. Пересматриваю свое питание. Стараюсь питаться более-менее правильно, чтобы был какой-то результат. Уже иду вся мокрая. Нужно пересмотреть, конечно же, одежду, потому что здесь нужна спортивная майка, а они у меня на работе. Потом все-таки пляж не пляж. В такое вечернее время лучше, конечно, кроссовки. Да? Потом обязательно сумочку не такую, что я таскаю с собой, а сумочку какую-нибудь через плечо, куда положить телефон. Возможно, музыку какую-нибудь. Сегодня, видите, мне музыку включили. Так что мне не скучно. Ну и плюс еще такая красота. Вот. Потом нужна вода с собой обязательно. И вот попрошу вас сейчас посоветовать, что еще нужно с собой брать. Или ничего не нужно. Потому что я знаю, что вода все-таки нужна. Представляете, как еще там у нас дальше, если ходить в купальнике, там дальше есть у нас душ. Можно прямо на улице принять душ, сходить искупаться,
прохладной водички. В общем, так. Все для сделано для того, чтобы, пожалуйста, Вер, давай, не сиди, иди тренируйся. А то я все, знаете как, вот потом, когда погода будет хорошая, потом, может быть, начну. Возможно, обязательно. Но это что-то как-то не происходит в последнее время. То жарко, то холодно, то дел куча. Тут я на все сидела в сторону и побежала. Я уже почти пришла к своим, поэтому небольшой перерыв. Заметила такое, смотрите, все лебеди в этой стороне, и только один почему-то отплыл от всех. Вот видите, вот он почему-то отплыл, видимо, хочет побыть один. Видимо, тоже его все достали, вот он решил поплавать один, подумать. Смотрите, нырнул, ловит рыбку, наверное, нырнул, и все, никто ему не нужен. Поэтому видите, как. А остальные все здесь дружненько. Чего-то поджидают. Такие активные довольно-таки. А этот все поплыл. Да ну вас, думаете. Что-то не поделили, наверное. Или, может быть, вот ему так нравится одному. Как вы думаете? Сейчас приду домой. Буду без задних ног, это точно. Кстати, еще я хочу нормализовать свой сон. То есть вовремя ложиться и рано вставать. Чтобы весь день было на то, чтобы дела все сделать. А не так, что в 2 часа ночи ложишься спать, в 6 подъем. И потом ходишь такая опухшая целый день. Поэтому обязательно нужно что-то делать. Сон нужно улучшать. Первый день мой, то, что я прошла нужное количество шагов, отмечают, видите, салют пускают. Так что ура, Вера, молодец! Слышали когда-нибудь, как лебеди хрюкают? Хрюкают и хрюкают. А салют реально вот... Радуется, что я такая молодец. Ночное каугури. Ресторан. Спасалка.